теперь мы едем в жаркую Армению. Армения очень музыкальная страна. Она дала многих певцов, пианистов известных. И сейчас, вот, если посмотреть на студентов, консерватории, очень много из Армении, потому что необыкновенно музыкальный народ. И там такой замечательный композитор родился, как Арно Бабаджанян. Он написал много великолепных песен, и одно из его самых известных произведений, сегодня фортепианное произведение, «Ноктюрн», исполнит Дарья Шаврина, преподаватель Наталья Валентиновна Штык. Oh,
весело!